Канской межрайонной прокуратуры проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности. В ходе проведенной проверки было установлено, что одним из жителей Канска в социальной сети ВКонтакте был размещен комментарий под одним из постов, который, согласно заключению эксперта, совершен публично и содержит признаки унижения достоинства группы лиц, объединенных по национальному признаку. В связи с чем в отношении данного гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 Кодекса административных правонарушений, и он привлечен к административной ответственности в размере 10 000 рублей.